Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Вушка, и мы продолжаем играть на сервис Матрам, там номер 3, все как всегда. И как я обещал всем донатерам, короче, которые донатили на стриме, подарили мне подарки на день рождения, которое было 12 июля, кто не знал, вот. Передам привет, передам спасибо, так что приятного просмотра, и мы начинаем. Итак, дорогие друзья, хотел сначала вообще сказать всем спасибо, кто меня поздравил в ВК, в личных сообщениях и т.д. и т.п. Мне очень приятно, что вы не забыли, что вы поздравили. Кто креативно, кто просто смайликом, мне все приятно. Так, и давайте перейдем к самым главным призам сначала. Это вообще, наверное, который вы на превьюшке увидели, это Олег Чуйко на стриме на день рождения, кстати, подарил мне вот этот Mercedes GT63S. Вот прямо с салона, я вам даже сейчас покажу. Я офигел, я, наверное, вот. А, нет, я не покажу, потому что, ну, там, короче, 100 с чем-то километров. Я вообще боюсь на нем ездить, короче, накручивать километры. Но скоро мы его затюним, все будет чики-пуки, вот. Я вообще сначала не верил, потому что как кто был на стриме с конкурсом и зимой, кто был на стриме с конкурсом вот этим на 17 миллионов, мне один пацан написал, то что зимой пацан написал типа го подарю R8, он так и не подарил и кинул мне в ЧС, вот. Это было еще понятно с самого начала, вот. А игрок, который был на 17 миллионов, тоже написал типа давай если я не выиграю что-то у тебя в конкурсе, я тебе подарю 11 миллионов. Я такой, ну го. В итоге он не выиграл, 11 миллионов он мне не подарил и в ЧС меня не добавил. Короче, это было ожидаемо, вот. Олег говорит, типа, го подарим. Он, кстати, еще помогал нам с видосом свадьба. Это был его Rolls-Royce белый и его, кажется, Derek. И он, короче, подарил, я офигел. Также Димон, а также актер, а также Талибас подарил мне Е34. Черт. Хотя я просил другую тачку, ну ладно, и за это спасибо, на прикольном чипе, на мягком очень. Вот, Е34 380 тысяч. А также игрок Money, хэштег Money, он же Мажорка СПБ, который мне в свое время помог с конкурсом, а именно мне выдал 3 миллиона в долг, чтобы я успел за тюнинг тачки, потому что мне не хватало денег на тюнинг. Вот, он выдал, я ему долг выдал, и он мне еще подарил BMW E46, где она? Короче, сейчас вам могу скинуть скриншоты, где я что завинил, потому что она черная, покрашена в черный цвет, поэтому не видно. Вот, так что давайте дальше перейдем к донатерам на стриме, а именно в рублях. Актриса задонатила 45 рублей, это Талибас 15, и твой Семен Морозов задонатил 25 рублей. Спасибо, пацаны. Вот, и теперь перейдем к тем, кто донили в игре, а именно бабло. Так, первый, кто задонил, это был Булочка, он задонил 1 миллион 500, ой, говорю 500, 50 тысяч рублей. Давайте сядем в GT63S и будем кататься, я будем вам читать. Дальше задонатил Человек 20 тысяч, потом MRX, суммарно задонатил 200 тысяч, Трофи 1 миллион 30 тысяч, Кокси 500 тысяч, Мурзи, вроде так, 100 тысяч, Мишаня 100 тысяч, Стик 13 тысяч, Google Tape 100 тысяч, Bad Lory задонатил 3К, 3 тысячи, хэштег Ферик задонатил 200 тысяч, XLM 1 тысячу, хэштег Мент 30 тысяч, Пацанчик 3 тысячи, Марк ПНЗ задонатил 232 тысячи рублей, Деспейт Деспейт, вроде так читается ник, сори, если неправильно прочитал, тоже 1000. Димка Бпан 3000, вроде так написано. Вайфи 20 тысяч, Делкон 20 тысяч, Шелл 11 тысяч, ББ Ланка 15 тысяч, РК 7К 22 тысячи, и тот, кто мне подарил Е46, то есть хэштег Маной, он мне еще заплатил 750 тысяч. Короче, пацаны, всем спасибо, кто донатил, мне очень приятно. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, и дальше будет интереснее, так что не пропускайте. Те, кто не выиграл в конкурсах, не разочаровывайтесь, потому что скоро будет новый конкурс на новые автомобили,
и вы сможете еще выиграть. Очень много, короче, призов. Короче, пацаны, я пошел дальше записывать все рики для вас интересные, а также скоро у нас будет 2 или 3 новых рубрики. Ну, посмотрим. Вот. Так что, всем удачи, пацаны, и всем пока.